Добрий вечір. Добрий вечір, поважна громада. З вами Андрій і Ліда. Ми їхали в СМП на Лівобережку, але зупинилися, бо тут є в нас от такі во. Ми не хочемо цього. Конфліктів між вами. Конфликтов. Ну, я не заметил этого вначале, что вы не хотите конфликтов. Ну, давайте сейчас. Но мы хотели конфликтов. Наша встреча, значит, что уж там вот эти вот дивные молодые люди, они нас посередине дороги поставили эту конструкцию. Мы бы дрались бы между вами, если были бы конфликты, правильно? Значит, наши водители, они увидели эту красоту. Они увидели. А можем вас, будь ласка? А чего вы закрываете обличье? Молодой человек, чего вы закрываете обличье? А что вы нас снимаете? Объясните нам. Потому что вы находитесь в общественном месте, и мы имеем право. Мы увидели, что вы делаете. Мы только что видели, что вы строили. Отношения с вами на той же части. Конечно, вы делаете правонарушение. Мы вас снимаем. Мы хотим вас заснять. Аварийку включите. На данном месте статуса мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Если тебе нравится, чтобы кто-то страдал за твои действия, то мы чуть-чуть не нравится иначе. То, что кто не прав, тот и страдает. Ага, не прав кто, кто ездит по дороге в то время, как ты хочешь там бутылки поставить, или кто не прав. Вот так вот, товарищи, понятие неправоты разнится. Вот этого молодого человека не прав, то, кто чем я не прав? Объясните мне по основаниям своим. Я вообще просто повторяю то, вообще, что вы мне сказали. Вообще, то, что вы основания свои расскажите, то, что мы не правы. В чем? Что вы настроили вот это вот, что это было? Потому что вы ездите не по нашим дорогам вообще. С какого хрена вы ездите по нашим дорогам? Какого хрена вы должны тут личные ездить? А вы вообще с Киева, а можно паспорт ваш? Вы ездите по нашим дорогам. Покажите паспорт, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, мне паспорт. Мне не нравится это. Что? Покажите паспорт, паспорт, какого хера я тебе должен показывать? Вы паспорт? Сами с Киева? Да, блядь, я тебя не ебёт. Кепку нахуй вас. Не трогай его. Ты свои, сука, руки нахуй поубирай. Друзья, вы я не хочу, мы вам не друзья. Потому что, слышишь? Иди сюда. А что ты не понравился? Значит, мы устали вот эти подделки, они, значит, подделные ноги, ну. Ну что, сука, инопланетяне по-вашему? Дивно, это не обида. Дивно, это для меня обида. Дивно, по-вашему основанию. И мы дивны. Я снимаю ногу, сейчас снимаю ногу. Вы что осуждаете нас, слышишь? Руки убери на женском. А ты руки убери. А ты не хочешь на женском. Руки убери его вот сюда. Что, сука, свои очки одел? Руки убери. Уволи, уволи, товарищ. Это все, твои очки. Короче, ребят, мы тут едем, пожалуйста, на улице. Не нужны нам эти проблемы. Ну, хорошо. Мы поедем дальше. Ну, выключи, выключи камеру. Я ноги снимаю. Лида, поехали! Лида, поехали! Короче, призвание этих молодых людей, теперь они для истории не останутся неизвестными. Они за стопсами здесь. Значит, это какие-то абсолютно неизвестные люди нам. Титушки. Какие же титушки? Вони не з цього району, бо я тоді пізнав. Ага. Це якісь хлопці з цього району, які просто вони... Це вже Лівоберег, так? Це яка вулиця була? Бульвар Пірова. Ага, це було на бульварі Пірова, ось-ось, да, да, все, я познаю. Це ось в перехрестках, все, я познаю. Бульвар Пірова, так, я познаю, я тут жив. У 2012 року. Так, я би і тут і вискочив з вашою допомогою, і бажаю вам доброї ночі, і ще краще. І вам теж, дякую. Здоров'я, дякую. І щасливо вам. То ви не забудьте. Пам'ятаємо, записався. Не загубіть. А вам, принцеса, душевного уюту. Дякую. Боже мій, Господи милосердний.
дев'ять знайшла таке благословення, як таку дороти в лікарню сухої допомоги. І, до речі, це не те, що мені зараз найбільше потрібно, тому що все інше в мене є. Так, душевний уют. Так, і шановні глядачі, давай підсумуємо для всіх, що зараз сталося. Що ми їхали по дорозі, побачили, як молоді люди будують незрозумілу конструкцію по центру дороги. Що незрозуміло? Вони картонки прикривали, важкі скидали. Посеред дороги. Так. І що це має, які наслідки для машини, яка б не їхала на цю конструкцію, яку вони робили? В принципі, навряд чи можна пробити колеса, але... Удар по бамперу. Ні, навряд чи. Ну, розумієте, колеса можна пробити найлегшою фігнею. Ну, бензобак пробити. Бензобак. Ну, навряд чи пробилось би, але все-таки якась капуста. Тобто мало це... ли, може вони хотіли зупинити якусь машину, а потім не розрушити, можна знати. Ну так, я сподіваюся, що хоча б принаймні вони побачили, що кияни зупиняються в таких випадках, і коли зупинилися одні кияни, неважко зупинити ще інших.